Арендатор Барнаульского парка «Изумрудный» предстанет перед судом. По мнению краевой прокуратуры, с июня 2016 года он незаконно спилил более 500 деревьев. Напомним, парк Октябрьского района, также известный как «Изумрудный», долгое время находился в полузаброшенном состоянии. Предыдущий арендатор, бизнесмен Павел Тулин, за несколько лет не сумел провести обновление парка. По его словам, в этом ему мешали городские власти, которые в итоге и вовсе расторгли договор аренды. Следующий собственник, ООО «Лидер», сразу заявил о грандиозных планах преобразования парка. Новосибирским архитектурным бюро был разработан проект, где нашлось место и концертным площадкам, и велодорожкам, и новым зеленым насаждениям. Чтобы по заверению арендатора избавить парк от старых больных деревьев, он организовал массовую рубку. Это вызвало волну общественного негодования и проверки правоохранителей. Осенью прошлого года ООО «Лидер» отказался от своих планов по реновации. Тем не менее, прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении арендатора. Согласно ему, деревья были спилены незаконно. Ущерб городу оценивается в 15 миллионов рублей. О том, когда и где состоится первое заседание, пока не сообщается.